Я чувствую вкус, я чувствую запах свежих ачивок. Я чувствую, как они уже прыгают в мои руки. Как они проходятся с первой попытки, или с второй, или с третьей, или с 50-й. Достижения, ачивки. 70 достижений почти сделаны. Умереть 250 раз. Самое легкое. 25 зомби-псов. Это будет жесть. Для этого нужно... Мы вчера пробовали. Дейлики. Знаете что? Погнали сразу в дейлик. Сразу идем в дейлик. Сейчас играем один дейлик, проходим ачивку. Особое подземелье от 5 числа. 5 декабря. Уже декабрь? Скоро Новый год? Жесть. Падение титана. 100 здоровья в начале партии. Зелья не появляются. Накопление. Принудительное использование предметов. Принудительное использование предметов? Что? В смысле, Ау. Шмот берется автоматом, да? Круто. Ну? Типа... Ну, а я не могу скипнуть. Ха. В принципе, я не против. 100 здоровья принудительное. Мне нужны души вообще, если я не могу выбирать. Круто. Что у меня за предмет? Средоточие душ. Атаки душ наносит плюс 1 урона. Синий предмет. Призма. Духовный урон случайному существу. И тигровый камень. Атака. Сто хп это автопобеда в дейлике. Типа того, да. Я могу просто скипать этажи и все. И забить на все так-то. По большому счету. Здесь я предметов не вижу. Выпустите меня. Свиток фулхила тоже берется автоматически. Ай. И засада, наверное, была плохая идея. Если найти... О, господи, какая засада. О, подождите. Свиток фулхила. Окей. Свиток фулхила лечит на сотку. Да, это нормально. Так, здесь надо что-то супер крутое подобрать. Универсальный набор даст плюс 3 к максимальному хп. Да, свиток фулхила это кайф. Он очень хорош. Ой, да, игру на Твиче забыли поменять. Спасибо, чат. Спасибо. Римдлав котик, спасибо. Спасибо тебе за донат сердечком. Мяу, слава котикам. Мисплей на твоем канале не бака фича, а вы котикам. Благодарю. Что, взять может друга живого сундука? Не даст статов, но даст шмот. А жерелье тоже хил дает. Универсальный набор... На самом деле неплох. Жерелье с хилкой. А, жерелье с хилкой, да. Я понял, про какое жерелье. Я рольнул. Окей. Броня на устрашение намного круче. Для нас... Ой, броня на устойчивость к поражающему урону намного круче. Перчатка неплоха, но... У нас скорости мало для нее. Шмот. Шмот слева. Справа рерол комнаты. Знаешь что? Я пошел рольную комнату. Проклятые статы. Стена. Ну, стену мы бьем легко. Так-то. Стоит проклятый стат взять? Ну, попробовать, да? Ай, пока я буду бить стену, тут сейчас, кстати, поражающий урон всех расстреляет. Ой, этот духовный урон всех расстреляет. Ну, до шмота здесь нет смысла добираться. Я могу эту слизь убить?
По-моему, для Делика мне проще уйти. Ехай влево вместе со стулом. Чат, спасибо. Стример был переехан. Защита на шару. А, зелья же не появляются. Конечно, защита. Окей. Слева шмот, справа подрывники. Ты идешь по кругу, нам надо в эту сторону. Проклятая палочка. Исцеление, 10 урона или 20 исцеления случайному существу. Ну, типа, для нас вначале это очень сильная штука. Потому что будет делать вот так. Против подрывников, может, не идеально, но... Здесь будет три яда. А вообще хочу я бить кого-нибудь. Уходим. У нас 40 душ. 40 душ хватит на синий сундук, если мы его найдем. Ты идешь на меня. Я могу выйти в непостоянство сразу или попробовать здесь подобрать сокровища. Я пошел за сокровищем. У, новое ожерелье, я такого не видел. Возрождение. Это одно новое что-то. У нас такого не было. 2 брони, минус 3 хп, возрождение один раз. Так. Ну, возрождение один раз можно использовать. Его надо сначала свиток использовать или амулет на возрождение. Какие шансы, что я найду? Я не знаю, за что это дается. Наверное, за финальную ачивку. Вот ящерица, типа, да. Что лучше, свитком полечиться? Наверное, свитком выгоднее, чем ожерелькой. Но ожерелье может смениться. Свиток тоже может смениться, если мы на свиток зайдем. Лучше свиток, и я буду фармить для очков в дейлике. Потому что у меня защита от поражающего урона. Плюс ты будешь души красть. Так, он сейчас украдет у меня все души. Вот этого чувака мы не убьем никак. Вот теперь уходим. Иначе он украдет все души. Как у нас с этим чуваком? Бьет на 2. Смогу я духовным уроном перебить всех? Не-е-е. Его один раз хильнет, и мы запаримся его убивать. Окей, уходим. Что за игра? Ring of Pain, это рогалик. Очень крутой рогалик. Маска на обморожение и свиток. Вот сейчас бы мы потеряли свиток на хил. Так что свиток был очень вовремя использован. Бежим. Бежим еще. Я бы сказал, что идеально был свиток на хил использован. Это, наверное, специальная ловушка такая. Мне стоит тебя убить. Сколько-то урона от яда, но... Реликвия Берсерка, ты мне нужна? Урона сильно не хватает. На что мне еще души тратить? Есть свиток на души, но... Теперь в идеале для фарма очков мне нужно еще и ожерелье потратить. Но на этом этаже ожерелье что-то мне не нравится идея тратить. Сейчас будет большой бум. Ты мне не нравишься. Ты пошел бы нафиг. Заморозки у меня нет никакой. Обморожение бесполезно. Медленное тление, с другой стороны, еще снижит поражающий урон.
У меня так много пустых слотов. О, рапира. Добыча камней, можно добыть тигровый камень. Нам до конца забега так мало времени осталось. Мы здесь получим яд. Еще один свиток фулхила. Как странно. А, мы больше не наносим духовный урон. Лего. Зачем здесь лего? За время очки дают, так что спидран. Ну, кстати, да. Я что-то об этом не подумал. За что, интересно, больше? За килы дают или за время? Быстро кликать. Все? Счет 9985. 63 место. Если еще этот свиток потратить на фарм прошлого этажа, если бы мы прошлый этаж зафармили на фул, то, думаю, было бы нормально. Да, слушай, за убитых существ очень много очков дают. За время 750. Так что, да. Время очень мало очков. Надо было фармить этаж. Мы могли еще ожерелье потратить и хилку. Прошлый этаж надо было фармить на фул. И тогда, ну, пока не потратили бы все хп, мы бы вышли что-то там, наверное, в топ-10. Количество ходов минус 2к. Каждый ход минус 20 очков. Каждый убитый враг плюс сколько очков? 5455 разделить на 35. Хотя, наверное, зависит от врага. За разных врагов, наверное, разное количество очков дают. То 11 ходов. Ну, блин, без урона каждый удар по противнику это... Каждый удар по противнику это ход. Ты ничего с этим сделать не можешь. Я думаю, что нормально. Там можно было лучше, но... Ачивка на дейлике пройдена. Вот она. Ачивка на дейлике пройдена. 7 дейликов. Сыграй просто так, билд через рерол комнаты. Так мы сейчас и будем просто так играть. То есть у нас ачивки остались смерти, но это само. 25 зомби-псов. Мы будем искать перчатку на псов. И из последних сил это зайти к боссу с маленьким хп. То есть мы будем играть на фул, на самой большой сложности. Мы будем играть по большому счету обычный забег. И... И веселиться, играть хороший качественный забег и одновременно фармить, пытаться найти перчатку. Вот основные задачи на ближайшее время, да? На этот забег. Окей, я возьму повязку. Повязка вначале это хорошо, это килы всяких мышей. Покров. Мне не нравится покров вначале. Броня очень нужна. Топор. Топор мне очень нравится. Теперь у нас много урона. Слишком много урона. Венец работает? Раз, два, три, четыре. Венец работает. Прекрасно. Окей, венец в действии. Раз, два, три, четыре. Отлично. Можно поиграться с венцом тогда. Хотя с таким уроном венец-то и не особо нужен. Верно? Это не ложка? Нет, если мы ложку найдем, мы будем делать забег с ложкой. Да. Венца больше нет, но я решил, что раз нам не повезло со шмотом на защиту и скорость, ну, точнее, на скорость, то венец особого смысла и не имеет.
носочки. Много всего и ничего конкретного. Мы ищем шлем. Книгу на хил я возьму вначале вместо шлема. Согласен. Неплохо. И обязательно лутбокса поймать. Так, лутбокс, иди сюда. Окей. Лутбокса поймать не обязательно, как я и сказал. По желанию. Сколько ты душ даешь? 3. Хитрый лутбокс. Сбежал. Йоу, маска жажды. Огонь. Так. Непостоянство. Да я просмотрел, что там не тот выход, который нам нужен. Окей, вот это очень плохо смотрится. Я могу пройти. Нет блока. Блока точка нет. Как мне? Пройду налево. Получу кучу урона, но там хилка. Прохожу направо, не получаю урон, но попадаю в ловушку подрывников. Можно рольнуть комнату, после того, как пройду направо. Я лучше сделаю более надежный билд на смерть, в котором я теперь выживаю, только взяв хилку. Проклятую. Так, что ли? 55%. Изи. А, тут тоже этот... Ну... Зато бронзовый лист. Уклонение. Больше рандома, богу рандома. Так, проход налево. Нужно будет уклониться. Или незаметность. Проход направо то же самое. Килл здесь мне не сделать. Мы умираем здесь от яда, если не уклоняемся. Да? Окей, это был неудачный старт. Урок на будущее. Слишком много урона не нужно. Нужно брать защиту. И не придумывать глупости всякие. Да. Это была не лучшая. Это была не лучшая игра, сыгранная мной. Плюс смерть на ачивку. Надо смотреть на все с положительной стороны. Маска жажды огонь. Топор огонь. Окей, урон есть. Все, отлично. Теперь ищем блок. Маскировочная кожа — это блок. Но это не тот блок, который нам нужен. Нагрудник? О, да. Вот это тот блок, который нам нужен. Все, вот теперь мы в порядке. Теперь есть защита, есть урон. И даже медвежий капкан. Хо-хо-хо-хо, кошмарная кукла — это фарм всех душ. Так, где еще раз перчатка? Перчатка, нужны синие сундуки, а потом нужна засада. Синие сундуки — самые быстрые синие шмотки в любых челленджах. То есть мы будем намеренно искать челленджи сейчас. Давай мне сердце на хилку, на хилке. Сердце на хилке — это хорошо. Хил сюда. Сюда. Уходим. Лутбокс! Остановите его! Мышь, уйди с моей дороги. Мне нужно остановить этот лутбокс. Я вообще могу убить? Пришел остановитель, блин, лутбокса. Черт, я давно не играл на тяжелой сложности.
Окей, лутбокс, ты можешь побежать в другую сторону? Спасибо. Подожди минуту, я к тебе вернусь. Постой. Сейчас все будет, брат. О, я вернулся. Спасибо, что подождал. Так. Окей, это будет плюс максимальная хп. Передышка тоже будет плюс максимальная хп. Котики не одобряют. Мяу. Котики, чего вы-то не одобряете там? Котики не одобряют. О, бежим. Все взрывается. Тра-та-та-та-та. О, синий сундук, у меня нет душ. Опять я не накопил душ на... Не накопил душ, блин. На синий сундук. Ну что за дела? Проклятый свиток. Теперь хилку. Мне нужно прямо хорошо так запомнить. Если ты... Засада синий шмот, кстати. Если ты чувствуешь силу, то нужно играть в... фигня. Если ты чувствуешь силу, нужно играть на накопление душ. Нам писец? Нам писец. Класс. Автописец билд. Ха! Вот тебе и засада. Повеселились. Игориус, привет. Что делаем? Ложку? Мы ложку делаем, если мы ее увидим. Да, это был автописец. Если ты играешь на высокой сложности, ты не чувствуешь силу. Я мы силу почувствуем. Я сейчас просто вспомню, как на высокой сложности играть. Все будет окей. Все будет в полном порядке. Блок, отлично. Урон, отлично. Блок плюс урон. Моя любимая комбо. Штаны еще шанс отражения удара добавляют. Вообще кайф. Топор, да, скорость. Ну знаешь что? Урон или ролить? Тигровый камень. Тигровый камень — это еще и наитие. Я думаю, я беру. Ну, я понимаю... О, маска жажды на шару, спасибо. Я понимаю, что на... Я понимаю, что найти перчатку на... Ну, конкретно идти на билд на перчатку на высокой сложности будет сложнее. Намного сложнее. Но... Насколько будет круче, если мы это сделаем? Именно на высокой сложности. Окей, так, у меня там есть full heal. Шмот. Шлем! Изи шлем. Максимальная хп. Что я хочу, свиток заморозки или свиток щита? Я, кстати, не знаю, что ложкой надо, сыча убить или свет, без понятия. Просто пройти, окей. Тогда, ну, ложка как бы дополнительно. Ачивка очень странная.
Супер странная ачивка на песиков. Это вот, и говорю, из разряда в старом Айзеке, когда нужно было собирать Миндбоя, когда книга откровений не призвала всадников. Это было так долго и так муторно. Вот то же самое здесь, это оно. На ложку нет ачивки, но ложка апгрейдится при прохождении с ней. Как она апгрейдится? Я не уверен, как она апгрейдится. Узнаем. Да, ложка что-то умеет. Если с ней пройти игру, она апгрейдится. Оказалось. Это в комментариях на ютубе написали и даже предоставили доказательства. Пошли мне постоянство. Максимальная хп это классно, но нам нужен шмот. Нам нужен шмот и нам нужны килы. Опа, шмот. Проныра. Нормальный шмот. Так, подрывник идет слева. Проходим налево. Попадаем в ловушку подрывников. Нехорошо. Так. Не попадаем в ловушку подрывников. Массовый взрыв. Слушай, у нас уклонение хорошее стало. Йоу, кстати, уклонение можно обузить. Уклоняться от противников, которые не опасные. О, две атаки. Две атаки это очень много для нас сейчас. Хилка хилит на 5, мы получим 8 урона, если взорвем эту штуку. Это души. Лучше потратить так. И взять омут душ на всякий случай. Какое доказательство было по ложке? Ну, скинули видос, где с этой ложкой проходят. Я себе не спойлерил особо. Но я глянул, что видос реальный. Вполне. Йоу, 14 атаки? А, жесть. Теперь к этим 14 атаке нужно бы... Защиты, которую только что я получил. Спасибо, игра. Засада. Килка раз, потрясение. Но потрясение опаснее засады. Нет, стоп. Какой это у нас этаж? Тут нигде не показывает этаж. Это будет снова засада со слизью. Если это засада со слизью, мы не проходим. Но потрясение хуже. Это слизь будет? Слизь неубиваемая для нас. Я вообще не знаю, что надо, чтобы ее убить. Лего? Меч легендарный. Потрясение там тяжело. На первых трех мелкая слизь, псы и уничтожители боли. Уничтожители боли тоже очень плохо. Там собачья лапа. Вряд ли слизь. Пошли посмотрим. Вот эти гады плохие. Окей, слизи нету.
Уничтожители боли есть? Слизь нету, здесь собачья лапа, да? Лапы нету. Блин, правильный ход здесь женьшень взять для победы. Неправильный — это ролить на фул в поисках собачьей лапы. Еще правильнее камуфляж. Камуфляж так хорош. И вот здесь ролить в поисках собачьей лапы — это ужасная идея. Просто катастрофически плохая. Она вообще не нужна. Это такая глупость. Что я и сделаю. В итоге мы возьмем шпастый доспех, который нас убьет, когда мы встретим первого противника на... первого подрывника. О, боже мой. Ну, небольшой дебаф с начала забега. Маленький дебафик. Мы теперь подрывников проскакивать не можем, да? Ну, зато это будет не скучно. Синь. Добыча камней. Но что если выпадет перчатка? Собачья лапа, например. Слушайте, у меня глюки или такое впечатление, что чертова собачья лапа? Прошу прощения. Чертова собачья лапа — особо редкий предмет. Мы за последнюю неделю ее видели один раз. Вчера, когда искали. Что за дела-то? Как это вообще за законно? Я не понимаю. Спасибо, чат, спасибо. Стример чихнул. Удалили из игры. О, прикольно. Будет большой бум. Не будет бума, потому что у этого чувака 4 хп. Будет бум, но не такой большой, как был до этого. Лутбокс? Лутбокса сожрали! Мой лутбоксик. Лутбоксичка. Гады. И там пожиратель. Уф. Он, кстати, пока не опасный. Мы ему сделали килл. Это было очень хорошо. Фу, свобода. Свободу попугаем. Так, ну у меня уже максимальное хп не добавляется от зелек, так что можно не пить. Каменная кожа 100% используется. Кладбище. Где ссылка на ложку? Мне ее кинули в... Про ложку инфу мне кинули под видео на ютубе. Я не помню, под каким точно. Я могу этого чувака убить, кстати. Изи. У меня минус один отражающий... Знаете что? Я так понимаю, что если мы делаем... То если мы делаем поиск перчатки, если мы ищем перчатку, нам не нужно играть на максимальной сложности, окей? Для перчатки максимальная сложность подходит плохо.
Потому что мы... Я не могу позволить себе тратить столько душ на рероллы синих предметов. Либо... А ну, на обычной сложности будут автопобеды. Что неинтересно. Не, новое правило. Новое правило. Назад в меню. Мы ставим максимальную сложность. Мы играем... Мы играем забег. Если мы находим... если мы находим эту штуку, которая называется лапа, то тогда мы с этой лапой будем разбираться. Если мы ее не находим, значит, у нас не будет этой самой лапы. Печать, подпись. Все. А то вот эта охота за ачивками, тупо оформление всего, мне не нравится. Классно, один амулет на другой поменять. Не-не-не. Кровавый ритуал взять. Или хилку. Кровавый ритуал должен быть лучше в начале. Будут проблемы с подрывниками? А ну, у меня заморозка. Easy kill. Двойную свечу бери. Хо-хо, книжечка телепорта. Поэтому мы половину ачивок на низкой сложности выполнили. Я понимаю, но... Те ачивки, они были не такие. Те ачивки были другие. Верно? Те ачивки были, что нам просто нужно было сделать какое-то определенное задание. Здесь так и те ачивки можно было пройти за один забег. Здесь мы делаем... Здесь мы делаем ачивку, которую не пройти за один забег, что бы ты ни делал. По-моему, это физически невозможно. Поэтому я не буду заморачиваться насчет нее. В том смысле, что... Я буду пытаться ее пройти, но не буду ее пытаться пройти вот прям настойчиво. Да, мы будем стараться ходить в засаду для того, чтобы получить... Я буду стараться ходить в засаду для того, чтобы получить... О, господи. Серьезно? Так я возьму глаза. Буду стараться... Я не могу свою мысль закончить, потому что я глупый. В засаду для того, чтобы получить синие предметы, например. И брать риски в начале, чтобы постараться как можно раньше синие сундуки открыть. Но, в принципе, стараться открывать синие сундуки в начале игры — это неплохая тактика сама по себе. Поэтому, да, я не вижу в этом проблемы. В чем я вижу проблема? В том, что лутбокс может сбежать. Вот это мне не нравится вообще. Лутбокс, остановись. Подумай, не делай этого, лутбокс. Кил лутбокса. Опа, броня и проклятый стат. У нас так много хилок. Берем. Вот это хороший забег. Забег уже начался, отлично. Начался, простите. Окей. Барлок в гнезде, ты походу надолго. Там походу ложка, это своего рода доп самочеллендж. Чем дальше, тем сложнее. А-а-а. Ложка апгрейдится как минимум два раза. Ну вот. Старайся не занимать слот ложки. Не так. Ложку надо брать, когда у нас сильный билд. Если мы сейчас возьмем ложку, мы гарантированно умрем.
То есть, если я сейчас встречу ложку, я не могу ее брать. Потому что это математическая смерть на следующем этаже. Ну, либо через два этажа, если ты будешь вместо боев скипать. Ложка падает в лейтгейме тоже. Я так понимаю, что ложка — это такой специальный предмет, она сама по себе белая, но она спавнится иногда в лейтгейме. Потому что она не падает, по-моему, в сундуках, она сама по себе только может валяться на полу. Или что-то такое. А может и в сундуках падает, но мы очень редко ее видим. У нее какой-то нестандартный... У нее нестандартный метод спавна. В сундуках падает. Но заметьте, сколько мы играем, ее нету. Нету и нету. У нее какой-то свой спавн. Походу, как и перчатки. Игориус выбил лапу 5 раз подряд. Игориус, тебе штраф. За присвоение чужих лап. Понятно? Потрясение супер опасно, но мы можем сбежать оттуда телепортом. Окей. Я убираю кровавый ритуал. Нам нужно это хп сейчас. Или нет? Взять солидарность. Блин, дайте мне в пустой слот что-нибудь. Спасибо, игра, за шлем в пустой слот. Свиток блока или свиток фулл хила? Свиток блока может быть лучше, может спасти от взрыва. Я буду сейвить души и в итоге минус 20. Но тут надо решение принимать, надо смотреть, насколько сильная колода. Так, телепорт к выходу? Или проход дальше? Проход, по-моему. Вон большой стрелок, вон нам до кого добраться надо. До большого стрелка проще добраться, если портануть к выходу сейчас. Потому что здесь всего 2 хода. Так, так. И большой стрелок — это первая цель. Он здесь самый опасный. Килл сделан. Теперь взорвать того, кто вот здесь стоит. Так. У нас откуда стреляют? Справа стреляют. Так, свиток, бум. Живы. Капкан сюда. К стрелку подойти, стрелка убить. И одного мисплея. Теперь хилка. Хилка. Поймать стрелка. Мы живы. Маленькая слизь дает 1 душу. Знаешь что? Ее даже не стоит трогать. Фу. И вообще 0 шмота, да? Тяжелые ботинки. Дадут весь блок. Спасут. Но хилка — нормальный вариант и оставляет нам души на синий сундук, где можно поискать перчатку. Но опять же, если мы находим синий сундук и в нем перчатка точка нет, то мы не ролим до бесконечности. Ни при каких обстоятельствах. Так, мне нужно, ребят, чтобы вы взорвали змею справа от вас. Поэтому проход и телепорт. О, господи, я забоялся, что сейчас будет детонация просто по кругу. И до меня взрывы доберутся все-таки. Ну, поговорим с тьмой. Ты собираешься мне навредить? Я не смогу, даже если посмею. Ты обязан мне жизнью, лгать я не умею.
Спасибо, тьма, зашел я к тебе не случайно. Это был не мисклик, поверь. Я специально. Не мисклик, а хитрый ход. Это маневр у нас называется на деревне. Ну, подумаешь, один этаж лута. Зато осталось на... Честно, мы из лута там не так много потеряли. Мисклик. А мисклик за мискликом, мышку нажимай. Игрок в Ring of Pain, никогда не отступай. Мисклик за мискликом, на мышку нажимай. Что бы ты ни делал, никогда не отступай. Вот, а мы оставили души на... То, чтобы найти собачью лапу. И мы ее нашли. Это была судьба, чат. Вы говорите мисклик, а я говорю тактика. Так, осознайте песиков. Песиков, наверное, уже нет. Я предполагаю, что песики кругом кончились. Да? Да. Теперь цель не найти собак. Чертовски странная ачивка, потому что теперь, да, мы нашли, собственно, перчатку. Но где взять псов? Вот спросите меня, я не отвечу, потому что я не знаю. А чё я кристалл? Да. У меня нет ни одной идеи. Я вижу, кстати, лутбокса. Я просто жду, когда мимо выхода пройдет кружащий чувак. Кукла. Ну давай, кукла, будет весело. Как чувак прошел мимо выхода, мы портуемся и идем за лутбоксом. Лутбокс? Стоять, Маруська. Лутбокса. Окружающего чувака вообще можем убить? Шансы есть? С тяжелыми ботинками, а? Я возьму их. С тяжелыми ботинками шансы очень хорошие. Вообще с тяжелыми ботинками сейчас намного легче станет. Так, песиков можно найти в дверях House Up. Вроде бы, где мобы могут трансформироваться в других мобов. О, кстати, точно. Увидим хаос, бежим туда со всех ног. Хаос для нас сейчас будет бомбой. И иногда попадаются эти соратники с проклятыми песиками, да? Бывают ролл соратников, в которых проклятые песики. И... Они еще могут быть на боссе света, но там очень маленький шанс, на это рассчитывать не стоит. How the... Do you play this game? Easy, my friend. I just click. Then I click. Кто в чате 4? Включить чит engine, выполнить ачивку на 1 из 25 руками, а потом поставить себе на 25. Но ачивка очень плохая. Ачивка ужасная. Честно, если бы мне так игра не нравилась, я просто хотел получить ачивки ради ачивок, я бы так и сделал. Но мне очень игра нравится, вот в чем дело.
прямо очень нравится игра. Поэтому мне вообще не влом. Идем в нестабильность. Есть лего камень, который даунгрейдит мобов, тоже псы могут получиться. Мы вроде с ним бегали, что-то как-то он нам не очень зашел, но... Наверное, это хорошая идея. Я возьму бронзовый рист. Знаете что, ребят, вы получаете от меня заморозку. Если этот камень увидим, тоже... А он, в принципе, сам по себе камень хороший. По-моему, у него статы нормальные у этого камня. Телепорт к выходу. Ты мне нужен? Да. Потому что здесь лут на шару. Песик! Песик был успокоен. Где еще песики? Один. Но мы поймали его. Единственного песика на этаже. Ня-а-а. Беги, песик! Нет! Ах ты, скотина! Ах ты, псина! Ты убил корги! Мы его только превратили в нормального песика. Ублюдок! А ну иди сюда! Дальше я не буду цитировать стату. Так, мне нужна... Мне нужна хилка, которая там за этой слизью. И вообще две хилки там нужны. Но там чуваки замороженные. То есть я могу себе позволить вот так подождать. Теперь раз хилка. Ты был замороженный, почему ты больше не замороженный? Кто вас разморозил всех? Вопрос главный, зачем? Так, при атаке я потеряю 2 хп. Телепорт домой? А-а-а, их массовый урон размораживает. И мне надо здесь проскакивать. За хилкой. А этого чувака мы, наверное, не убьем. Нужно мне еще ждать ради фарма душ. У меня 140 душ есть на Легу. Ну что, сейчас фармим мобов на ради песиков. Ну, если мы найдем тот камень, ну мы будем играть в удовольствие. А сколько песиков нападает, столько нападает. Просто играем, потому что игра класс. То есть вот в чем фишка. Так, я могу сделать... Я могу проскочить. Проскочить выгоднее по хп. Нет. Ты через сколько атакуешь? Я могу за 6 урона... Я думаю, проскочить выгоднее, потому что шанс уклонения. И... Он сейчас убьет всех. Я могу, короче, 6 урона здесь получить. Что я за это зачихался? Что за дела? Чат, чего я чихаю? У меня аллергия на перчатку на эту? Это вот, блин, что за фигня? Видимо, аллергия на перчатку, жесть. И на собак? У меня вроде не было аллергии на собак. Так, шаг влево. Он бьет. Я могу подождать еще и убить еще 4 маленьких слизей. Но это так мало душ. Но этого не стоит. Нам сейчас хп нужнее. А, перчатка же с собачьей шерстью. Точно. Понимаю. Можно сделать невидимость 40. А, нам не стоит тратить. Не стоит тратить души на случай, если попадется лего. Сундук с лего, точнее. Так, лутбоксы. Лутбоксов.нет. Вот эти ребята. Там змея стоит. Змею мне надо попытаться взорвать. Лучший способ взорвать змею — это... Удар. Проход направо. Проход на
направо. Телепорт к выходу. Изи взрыв змеи. И у меня еще один подрывник остался, которого мы тоже можем использовать для чувака слева. Не получится. Ход налево, мы встречаемся. Я хожу направо, эта штука идет за мной. Мы взрываем вот этого мелкого. Кто у меня здесь стоит? Ага, вот кого мне надо взорвать. Окей, подрывник, со мной. Стрелок, не двигайся. Еще одна змея, да что это такое? Я вижу там шмот какой-то. Ход, удар в соседа и беру. Нет, мы все сделали правильно. Все нормально. Все в порядке, чат. Не волнуйтесь. Так. Футболочка. Заменит что? Ничего, пустое место. Хилка, хорошая хилка, большая. Сейчас я иду за этим, за стрелком. Следующим. Ууу, синий шмот на шару. А еще и поглотитель силы. Самая лучшая синяя шмотка, наверное. Ну, не считая собачьей лапы, когда ты делаешь ачивку. Это очень хорошая вещь. Обычные сундуки, я думаю, уже не нужно открывать вообще. Они не нужны полностью. Стоит ли проклятый стат того? 62% на роли стат. Кто-то в окно стучал? Мне? Ну это вороны. Но у них ключи должны быть есть, что зайдут. Риск того не стоит. У меня есть души, у меня есть билд. Мы сейчас сильные. Нам не нужно рисковать ради такого. А ложку я не возьму, обычный сундук, поэтому не имеет смысла. Окей, мы ищем проклятых соратников. Там могут быть проклятые соратники. Там будут зомби-псы. Обычные песики. Аф-аф-аф. Ну, мы их погладим. Для кармы. Поглотитель душ. Поздновато, но... На нем наитие на поглотителе душ. Тоже круто, как бы. Окей, делаем масс-детонацию. Да, потому что масс-детонация сейчас мне убьет там этого лутбокса. Мне нужен капкан для вот этого чувака. Нужно мне на него капкан тратить? Да. А, надо было капкан сюда. Ладно, у нас есть большая хилка тут. Раз, два, атака. И фиолы пошли. Идеально. Не надо, наверное, яд стакать, да? Фулл килл билд. Я открываю фиол, потому что у меня еще остается на легу. Опа. Опа. Разрушительная сила. Устойчивость к поражающему урону плюс один. Это просто крутая, хорошая, отличная броня. Я беру, не думая. Супер, супер полезная броня. Терпение? Фонтан жизни? Нет. Теперь 18 брони. Устрашение нам не подходит из-за скорости. Скорости нету. Ну, хорошо, что у меня есть телепорт. Только что была бы...
Пренеприятнейшая ситуация. Мягко говоря. Так, сначала мне посмотреть шмот. Обычный. Ты не шмот. А, вот тут у меня... Я с двух сторон закрыт стенами. Круто. А он с двух сторон стены и спавнеры. Ну. Хорошо, что есть книга телепорта, да? Чего бы я без книги телепорта делал? Вопрос на миллион долларов. Умер бы, наверное. Свиток улучшения. Я подумаю. Пускай пока лежит. Идут бойцы. О, сколько вас? Яу, невидимость так часто прокает. Первая очередная задача — это всегда убивать охотников. Ну, стервятников. Проверить, сколько кап мобов в комнате. Ну... Я не знаю, сколько именно... Кап мобов? О, господи. Но... Меня уже выбесили эти подрывники. Знаете что? Где он? Где спавнер? Они с них души не падают. Дело в том, что... Спавнер, иди сюда. Все. Если бы с них души падали, я был бы счастлив. Лего! Окей, мы это делаем. Этот забег официально объявляется хорошим. Лего. Моя любимая маска ворона. И у меня был пустой слот для маски. Ну, теперь весь урон. Кар-кар. Кар-кар. Имба. Нужен мне фиол? Мне нужно копить на леги. Если уже леги начали падать, то... Ка-ка! Время побеждать. Вообще могу свиток душ фигануть. Кристальное сердце... Пойдет в баню. Наитие... Туда же идет. Бери ложку, открывай обычку. Понимаю, о чем вы говорите, но с другой стороны, я бы... предпочел что-то поинтереснее. Пузырек на full от хил. Он даже не нужен. Самое смешное, что это даже не нужно. О, привет. О, я вижу хаос. Отлично, мы пойдем в хаос. В хаосе есть песики. Ну как есть? Они там могут быть. Преображение уничтожает все предметы, их свойства станут характеристиками. Full stat и build. Сначала свиток улучшения, а потом преображение. Я могу сжечь все предметы, потом взять ложную уверенность. Но я пока не понимаю, так вот как-то в голове не разобрался, как этот свиток применять. А, лапу сломаем, да, нельзя, окей, да. Не надо. Не надо ломать лапу, и не надо брать ложную уверенность. И не надо бить змею.
Пузырек не нужен. Свиток на апгрейды. Может быть. Окей, идем в хаос. Юзаешь его, набираешь еще 10 лег. Понял. Песики. Песики, песики. Я вижу песиков. Вон они. Окей, прямо возле выхода есть песик. Изи пес. Следующий пес. Справа и слева. Куда? Как, там стена на пути к псу стоит. Там стоит чувак, через которого проскакивать. Ну, мы что того, что стену с ваншотим, что бьем. Короче, сюда быстрее. Раз. Два. И пес был поглажен. Дабл пес билд. Теперь сразу направо. Так, так. Так, пока он не превратился. Килл. Поглажка. Смотрим еще. Я вижу мышку. Не вижу песиков. Три песика. А нужно на них несколько раз кликать? А-а-а. Окей. Пока не видно. Они, наверное, уже не превратятся в песиков, да? Подождем. О, фаворит, привет. Я похожу туда-сюда. А вдруг? Что-то никто не превращается больше. Видимо, они сколько-то раз за этаж превращаются и все. Окей. Ладно. Че, рольнуть нам, что ли, статы свитком? Как раз 9 статов будет. 9 статов-то норм. Ради того, чтобы свиток взять с собой. Что я туда иду вообще? За тапками? Это тапки Проныра. Нужны мне тапки Проныра? Мне крит дают. Это души. Знаешь что, если я, если что, свиток использую на хил. Песик! Окей, более слизи, маленькие слизи могут превращаться в песиков. Что это только что было? Почему я... наверное, каждое... Окей, я начинаю, походу, загадку сфинкса разгадывать. Каждое существо за этаж несколько раз превращается. Соответственно, если спавнится новое существо, оно несколько раз превращается. Окей, ты сколько даешь душ? 30. Мне нужны твои души, твои очки и твой мотоцикл. О, боже, уклонение. Уклонение, ты такое классное. Что это было? Интересно. Это было, кстати, очень хороший этаж вообще. 4 песика мы наролили, да? Класс. В теории нам нужно создание выхода вместо хилки, опять же, для песиков. По-моему, хаоса там не бывает, но там может быть... О-хо-хо, теперь я жалею, что я фулл хил не взял. Какой плохой этаж. Там лего. Лего я очень хочу. Свиток. Мне взять здесь лего. Я броню скинул, вот что плохо. О. Вот. Как мне взять лего?
Подрывник налево. Пройти через тебя. Ты взрываешься. Килл. Идеально. Там пожиратель еще. Там слизь еще большая. Я на 13 хилит хилкой как-то. Вообще-то. На Легу все равно не хватает. И две большие слизи. Но мимо них мы портанемся. Ты мне дашь 11 душ? Мне что, большую слизь надо пытаться убить ради... ради Леги? Худосочи официальный спонсор Боли Варлока. Ой, так близко. А крит, если пролетит, ничего страшного. Прекрасно. Криты? Наше все? Просто убей их всех. Пара-пара-па-па. Класс. Морозный дух. Заморозка существа при получении удара. Или часы душ. Случайный духовный урон раненым существам равен новым душам. С перчаткой мне не стоит брать вот такие штуки, которые рандомный дамаг наносят. Часы лучше морозного духа, но с перчаткой мне не стоит. Часы лучше, чат. Но если мы будем идти на свет и пытаться там искать псов, нужно их не убивать. Раненым существам? Раненым существам. Понимаю, да. То есть псов оно задеть не может. Потому что псов мы не раним. Да. Но кошмарная кукла. Больше карт, больше песиков. Что насчет этого? Чем больше карт, тем больше шанс на песика. А мне нужен урон. Я думаю, мы выиграем. Морозный дух супер крут. Я не беру часы. Вы что, чат, какие часы? Кукла увеличивает шанс псов. Псы рулят. Псы лучшие. Я сделаю все ради своих псов. Чем больше живешь, тем больше песиков соберешь. Но мы не умрем. Мы есть имба. Мы есть Грут. Хочу ли я фармить эту слизь? 25 душ? Ну, на самом деле в ней больше, чем 25 душ. В ней намного больше, чем 25 душ. А в Фиоле я бы поискал шлем на хил. Проныра сильнее намного морозного духа, даром фиолка. Морозный дух очень сильная вещь. У него отличные статы и суперсильный эффект. Йоу, Кэтч, привет. Если не ошибаюсь, именно эти часы выиграли забег на фастране. Но у нас другая цель стояла. Когда мы делали спидран, у нас стояла цель убивать всех как можно быстрее. Сейчас такой цели не стоит. Мы убиваем слизь. Я открываю фиол и ищу шлем на хил. Убить себя. Шлем на хил, шлем на хил. А еще... Вот проводник света точно нельзя брать. Окей, еще раз. Ролл на шлем. Нету. Есть реликвия берсерка с устрашением. Много атаки. Может быть, уклонение крит лучше?
чем устрашение. Наверное, уклонение крит лучше. Для того, чтобы устрашение было полезное, у тебя еще и скорость должна быть, иначе оно без толку. Окей. Вперед. Та-ра-ра-ра. Нестабильность, засада, терпение. Терпение. Терпение из-за телепорта. Нестабильность сейчас уже будет опасна. У нас нет сейчас встроенного отхила никакого. Терпение лежит шмот на шару. Но нестабильности очень много душ. Все души. Скорее всего, даже с книжкой телепорта с обоих сторон мы не сможем забрать шмот. Здесь все души, да. Нестабильность псы? Серьезно? А, подожди, что-то такое было. Мы вроде видели песика в нестабильности. Ну-ка. Что я не вижу тут песика в чат. Что-то у вас песики какие-то странные. На худосочи очень сильно похоже. Не знаете, в чем причина? Может, порода новая какая? Худосочная. Песики уже не те. Так, с тобой я вообще драться не хочу. Ну, да, души тут в любом случае есть. Чего не говори, здесь души дофигища. Шмота нет, но души это... Души равно шмот в итоге. Мне нужны эти штаны? Да. Да. Мне нужны эти штаны. Ха, мы можем даже этого чувака убить. 40 душ. Ну, погнали, криты. Криты затащат. Изи, надо было... Ну, он бы худосочи меня не убил. Худосочи чего? 11 душ. Вот худосочи нам того не стоит. Лего. Легендари. Псов я не вижу. Я вижу лутбокса. Сначала хил на всякий случай. И за лутбоксом. Потом вернемся к Леге. Лутбокс, не двигайся. Я попросил тебя не двигаться, лутбокс. Неужели это так сложно? О, господи. Так, эти ребята меня не интересуют. Чего вас так много тут? Ого, сколько подрывников. Ого, какая движуха. Так, там мужик ходит по кругу. Проклятые статы пошли в статы. Ты замерз? Ты замерз? Замерзни, пожалуйста. Сделай мне удар. Будь добр, ударь меня. Давай. Сделай это. Ну сделай это. Мне нужно было ему зло заморозить, потому что он страх накладывает и не мог его проатаковать. Слушайте, уклонение, блин, прикольная штука. Ничего не могу сказать. Заморозка хорошая, нужная вещь тоже. Свиток детонации в запас.
И у нас есть Лего. Булава фигня. Снова часы душ предлагают. Случайный духовный урон раненым существам равен новым душам. Чат говорит часы брать. Бери часы. Но мы же ищем... Стоп. Мы ищем камень, который трансформирует противников. Правда, с нашим уроном это не будет работать. Я не понимаю, зачем нужны часы? Что в них такого классного? Камень лучше был бы. Килд-проводник. Тоже классная штука нужная. Так и вызывают случайный эффект. Хорошая вещь. Неисправный портал. Вот это нельзя брать для песиков. Как и пику, иначе к песикам будет не подойти. Ледяной прорыв. Заморозка. Какой плохой легендарный предмет. В итоге я полный трэш наролил на все деньги. Это 8 наития. Типа все души. Ну какие ужасные статы. Что с этими статами? Почему им так плохо? Я не буду брать заряд душ. По-моему, это тоже фигня. Минус 200 душ. Потому что, да, души переоценены. Ну там явно моя ошибка была. Надо было брать часы и не умничать. Не умничать. Да кто хоть тебя придумал? Фулл умничать билд. Капец. Пытаюсь найти способ не драться со змеей. Чем с тобой неплохо было бы не драться. Знаешь что? Килл змею. Какой злой чувак. Фазовщик, блин. Okay, знаешь что, фазовщик, ты заслужил? Ты заслужил право жить. Поздравляю. Ты смог. Живи. Иди в казино, твой счастливый день. Я не взял Лего, потому что, по-моему, она хуже, чем то, что у нас есть. Реально, два отхила от этой ожерельки лучше, чем та Лего. Я даже не прикалываюсь, чат. Та Лего ужасная. У нее такой минус к статам идет, что просто писец. Дефолт Денвер, спасибо, спасибо тебе большое за... Спасибо тебе большое за донат с сердечком. Вечер добрый, стримирую чату, я снова здесь, не забыли? Дефал Денвер, нет, конечно. Добро пожаловать на стрим, присоединяйся. Я как раз сейчас солью забег, на котором очень много понтовался, и чат будет счастлив. Так что, да, ты вовремя. Ты очень вовремя пришел. Сейчас можешь посмотреть, как чат с меня будет ржать и травить меня из-за слитого забега. Да? Я думаю, тебе понравится. Так, хорошо, я хочу добраться до Лег и желательно заработать душ по пути. Свиток уничтожения шмота мне не нужен. Соответственно, взрыв лучше. Ты мне не даешь душ, да? Что если я у тебя буду киллы стилить? Килл стил билд.
Киллстилы не работают. Я могу его убить? Он бьет что-то меня на 40, да? Нет, он меня убьет. О. А, на 120, простите, перепутал, да, 122. Уф. А, мы, наверное, пойдем дальше. Съездил к бабушке на лето на дачу, и теперь, да, с ним уже такие шутки не пойдут. Окей, ну на этом этаже я Лего забираю. Это моя Лего. Окей, свиток сюда. Kill. Yes. It's my душ. Клик-клик. И дальше я буду делать клик-клик-клик. Я буду делать клик-клик-клик. Клик-клик-клик. Хил. Здесь мы будем просто кликать и убивать все. Вот эти чуваки мне так не нравятся. Сколько у них блока? 32 блока. Зашибись. Ты чего, пес? Лего. Проводник. С проводником, если мы встретим песиков, можно аккуратно играть. Мне проводник очень нравится. Он хороший. Хороший большой проводник. Просто надо не тупить. Что очень легко сделать. Так. Я никогда не туплю. И никогда не мискликаю. И не мисплею, к тому же. Фиол, поискать шлем. Шлем. Потому что, почему фиола не следующая лего? Ну, по лего у нас все хорошо. По фиолу... А зачем мне 40 наития? Что я с ним делать буду? Мне бы шлем. Мне бы шлем. Шлем бы. Знаете что? Не судьба, так не судьба. Видимо, день такой сегодня. Шлемы отменили. Шлема не существует. Но шлем на отхил нам очень нужен. Чат, а вы что хотели взять? Вы хотели взять наитие? Поздно для него же. Для него же поздновато. Или я ошибаюсь? У меня 25 блока. Это при условии того, что я чего-то на блок тут нам взял. 20 блока это очень мало. 25 блока это очень мало блока для этого этапа игры. Меня уже худосочи пробивают. Видите, в чем проблема? Я не хочу отдавать 3 блока. Здесь же блок работает путем сложения вычитания. То есть эти 3 блока это может быть 3 урона. Найти крит дает, да. Но у меня и так крита, блин. Можно обкритоваться. Ладно, ну, может быть, один шлем искать во всем фиоле. Это не очень хорошая идея здесь, я соглашусь. Так, свиток исцеления. Я возьму свиток последнего выхода. Последний выход. Супер имба. На свете не такая имба, но можно его здесь включить. Ну зачем? Песики? Песиков нет. Есть лутбокс. Пожиратель! Остановить его. Он был остановлен. Знаете что? Где мой лутбокс? Там где-то был мой лутбокс. Вон он справа. Его душа принадлежит мне.
леги на рандомный урон я брать не буду. Все, чат, я беру часы. Вы победили. Часы были взяты. Вы счастливы? А, знаешь что? Часы будут отлично работать с этим. Часы будут отлично работать с мечом, потому что меч наносит существу сзади урон, а потом в него летят души. Класс. Как-то так. Цветок хаоса можно брать? Взять громовый шаг на массовый урон. Мне нравится мое уклонение, честно. Знаешь что, громовой шаг даст еще уклонение. К черту заморозку, больше уклонения. Я стал верующим в уклонение. Чувствую силу. Погнали. Бери шапку, просто не убивай. Не. Это рецепт Омега мисплея при попытке взять песиков. Это уже слишком сложно. Ну я вижу, часы наносят урон, типа и неплохой, да? А, свиток на души. Ну как так? Твоя вера тебя погубит. Сомневаетесь? Если мы идем на свет, то свиток улучшения лучше, чем свиток последнего выхода. Стоит использовать последний выход, взять с собой улучшение. Потому что свет состоит из 5 фаз. И да, будет не очень выгодно. Подожди одну секунду, я ищу песиков. Будет не очень выгодно на одной только из фаз использовать этот свиток на апгрейд. А вот это что можно накопить. Так, песиков не вижу. Вижу лутбокса. Какого-то странного лутбокса, который не идет к выходу, потому что выхода нет. Ну да. Куда здесь выходу взяться? Так, я вижу эту штуковину. Это, по-моему, стреляющий босс, да? Да, это стреляющий. Мы его убили? По-моему, мы его убили. Подрывник, справа у нас стоит. Справа стоит стена. Туда не надо идти. А нет, он еще не убит, вон он. Ну так-то круто. Мы надамажили на босса кучу урона, даже не трогая его, грубо говоря. Они не все, все не пропустят. Привет, YouTube, мы вернулись. Место на диске кончилось. Все нормально. Вы ничего не пропустили. Лутбокс нашел выход. Куда он бежит? Где здесь выход? Осторожно. Подожди, худосочь бьет меня на 20? Вот и мисплей. Худосочь бьет на 20. Круто, хорошо, что я хилку оставил. Так, лутбокс. Лежать.
ты чего? А, они передают Точно, это же тот босс, который передает статы своим приспешникам. Я забыл. Да-да-да-да-да, теперь я вспомнил, как он работает. То есть он бафнул своих миньонов. Окей, надо сначала их бить, потом босса. Склероз. Синий сундук. Что мне может понадобиться в синем сундуке? Ожерелье какое-нибудь? Это другой биос, босс? По-моему, мне лучше улучшение фигануть. Мы уже близко. Песики? Песиков нет. Вообще нет. Привязанность. Это та, которая... Уф. Привязанность это та, которая апгрейдится, да? У меня заморозки при получении удара нету, я ее убрал. Ай-яй-яй-яй-яй. Нужно пройти так. Теперь пройти так. Вау. Оказывается, тут сильные противники, а? Оказывается, они ничего такие. Я вижу мышку. Мышка есть. Омега-мышка. Супер отбафанная мышенция. Чего ты делаешь? Или может вот это как раз она бафает? Когда ее убиваешь, что-то она слабая какая-то. Я предположу, что это она бафает своих соратников, когда ты ее убиваешь. Осторожно. Блин, надо было оставлять заморозку при получении удара. Ботинки на уклонение были ошибкой. Ну, хороший урок на будущее. Ботинки на уклонение явно не стоили того. В нее души не летят. Заморозка контрила стольких чуваков. Изи. Она бафается. Ладно, над каждым боссом его умение написано. Так там написано привязанность и все. Как мне понять, что она делает? Дисциплина. Где? Особенность дисциплина. Ну и чего эта дисциплина делает? Что, я расшифровать должен, что ли? Окей, время последнего выхода. Ровно 900 душ. Идеально для свитка улучшения. Фулл статы билд. И с собой последний выход. Надо бы взорвать этой штукой большую слизь, но ладно. Пожиратель! Нет. Его надо остановить. Он должен быть остановлен. Стоп, она вроде бы в себя души втягивает. Она становится сильнее при киллах соратников. Такое впечатление, что она души в себя втянула. Ух. Страшно. А, это та, которая становится слабее с каждым моим ударом. Окей. Ее можно просто бить. Изи.
Оно мне вообще все надо на этом этаже. Стат. Свиток фулхила не нужен. Стат — это один здоровье, можно забить. Я просто пойду. Я не буду дочищать этаж. Нам уже души не нужны. Чем тьма цвета отличается? Когда ты идешь на тьму, там другой босс. Там босс огромный сыч. Прям вот реально огромный сыч. Так, здесь что-то с заморозкой происходит. Я не уверен, чего тут происходит с заморозкой. А, здесь пожиратели, и они размораживаются. Да-да-да, и начинают жрать все, и потом типа плохо становится. И вроде бы босс их размораживает. Что-то типа того. Или босс взрывается. Такое тоже возможно. Минус худосочи. Я тебя ненавижу. Тьма. Да. Короче, песиков здесь не найти. Песиков только в хаосе искать. Будем знать на будущее. Песики — это эксклюзивно хаос. Тут нулевые шансы. Ну, вот там периодически мышки попадаются. Вот там, где мышки, там же, наверное. Наверное, там же и песики, да? Что, да, не очень круто. Там. Чего только что случилось? Босс помер. Ну, бывает. Да, ачивку на маленькое хп я забыл вообще. Да. Я уничтожу тебя. Все, победа, что ли? Йоу, победа! Ну, прогресс по песикам, да? Хороший большой прогресс по песикам. Сколько? Нам надо проверить, сколько песиков. Так. Где они? 9. Йоу, 5 псов за один забег. Ну, круто, ничего не скажешь. Что-то играли в КС стало? Она легкая. Эта игра становится под конец забега. Если ты в этой игре выигрываешь, ты всегда имба. То есть у тебя не получится выиграть так, чтобы типа из последних сил там один хп у тебя и один хп у последнего босса. Ты либо имбу собираешь, либо ты умираешь. Здесь сложность — это середина и начало игры. И либо ты, как снежный ком, собираешь сильные предметы, легендарки, открываешь и в конце разруливаешь, либо ты просто до конца не дожил и умер где-то раньше. Мне очень нравится. Мало какие рогалики сейчас-то делают. Очень-очень мало рогаликов сейчас такое делает. Очень многие рогалики боятся давать тебе имбу, боятся делать забег непобедимым. И точно так же боятся тебя сильно гонять в начале и в середине игры. И поэтому получается такой плоский достаточно геймплей. Когда у тебя нет падений несправедливых, откуда, из которых ты не можешь выбраться. Но нет взлетов выше небес. И ты вот так играешь, и вроде рогалик, и рогалик. Вроде бы прикольно, а где-то вот так ты идешь. И все время вот, ну так, чук-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 чук. Вот у тебя шкала идет силы. И не этот, не... Никогда не взлетаешь выше небес, но никогда не падаешь ниже земли.